Доброе время суток, уважаемые зрители и дорогие друзья! С вами Даня Океанов. И это долгожданное продолжение рубрики GTA City, обзор модов на iOS устройство. Ну и давайте перейдем к самому моду. Сегодня будет не один мод, а сразу два. Один глобальный мод и еще один небольшой. Итак, начнем с глобального и плавно перейдем к малому. Данный мод называется Need for Speed Most Wanted. Здесь самый прикол в том, что есть наркотики и с ними интереснее играть. Наркотики выглядят вот так вот. Берем их и нас вставило. Видите, экран так шатается немножко. И это небольшая частичка глобального мода, что есть наркотики и здесь есть отдельный сюжет игры. Ну, про гонки разные и про разные битвы. Итак, правный перелив к малому моду — это то, что когда он под наркотиками и ударяешь, например, мента. Он так улетел далеко. И когда он ударяет, то камера показывается издалека, и они так далеко улетают. Вот. Характеристики малого мода — это то, что при ударе люди далеко улетают. Ну, то есть супер удар. И эти два мода очень хорошо сочетаются. Так вот она далеко улетела. Давайте ударим еще парочку людей. Опа, улетел. Еще одна из черт этого мода — это то, что когда ты умираешь, ты появляешься именно на этом месте и сразу можешь принять наркотик. Затем у машин появился бензин и датчик скорости. Вот, к примеру, сейчас я еду 60, 70, 80, 90 и почти 100 км в час. И самый главный плюс этого мода глобального — то, что здесь есть отдельный сюжет. И, например, если вы прошли саму игру, то вы можете скачать этот мод и еще раз пройти с другим сюжетом. Так что скачивайте и играйте. Также вам посоветую скачать мод на суперудар, так как эти два мода очень хорошо сочетаются. Еще с этими двумя модами можно представить, чтобы играть в GTA Vice City по сне, можно сказать. Ну, тут все наркоманские, непонятно. Но я с вами прощаюсь, желаю удачи и до скорого.